Продолжая сегодня наше путешествие по Евангелию от Иоанна, я сфокусируюсь на том, насколько для нас с вами важно всегда пребывать в ожидании чуда в своей жизни. Это программа «Узнавая еврейского Иисуса». Присоединяйтесь к нам. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена раввина Шнайдера. Молюсь о том, чтобы Бог Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения раввина Шнайдера. Пусть Бог благословит вас, и шалом, возлюбленные. Меня зовут раввин Шнайдер. Добро пожаловать на передачу «Узнавая еврейского Иисуса». Я верю, что Бог изменит наши жизни. У меня есть особое слово. Бог Отец, мы молимся, чтобы Твое Слово меняло нас в силе Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Мы проходим захватывающий цикл, который я назвал «Тайны Евангелия от Иоанна». Мы проходим все главы одну за другой, и сегодня продолжим изучать третью главу. Советую вам посмотреть весь цикл, потому что я не буду повторяться. Третья глава, первый стих. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Обратите внимание на то, что Иисус творил сверхъестественные чудеса, и это привлекло Никодима. И благодаря чудесам Никодим пришел к выводу, что Иисус был от Бога. Еще раз хочу сделать ударение на то, что Бог по-прежнему творит чудеса, заявляя о себе. Мы читаем Евангелие от Марка, 16 главе, 17 стихе. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Суть в том, что именно чудеса привлекали внимание толпы во времена Иисуса. И то же самое мы видим сегодня. Я читал автобиографии миссионеров, которые поехали из США в Индию. Они считали, что Господь призвал их быть миссионерами там. Они поехали в Индию, начали проповедовать Евангелие, и даже через пару лет у них не было плода. Они вернулись в Америку подавленные. Они считали себя неудачниками. И когда они еще восстанавливались, пытались вернуть прежнюю любовь к Иисусу и Евангелию, они пережили чудеса и знамения. Они поняли, что Бог по-прежнему творит чудеса. Со временем они научились действовать в этом, молиться за людей и верить в то, что Бог подтвердит свое слово. Они начали видеть чудеса. После этого они вернулись в Индию, начали проповедовать Евангелие. Но в этот раз они также молились за людей, возлагали руки на больных, изгоняли бесов, и чудеса начали происходить. Они привели сотни тысяч людей ко Христу, потому что люди видели чудеса. То же самое было и с Никодимом, и иудеями времен Иисуса. И это же происходит сегодня. Иногда, когда вы делитесь Евангелием с людьми, они говорят: «Ну, это вы так считаете, а я считаю иначе». Они считают, что одно мнение равносильно другому, что у всех может быть своя религия. Но когда Бог начинает подтверждать ваше свидетельство чудесами, например, вы поделились с кем-то Евангелием, сказали кому-то: «Я верю, что Бог откроется тебе, Иисус любит тебя. Я верю, что в твоей жизни случится что-то, и ты поймешь, что Иисус реален». Потом вы уходите, а тот человек, которому вы сказали, что Иисус любит его, и что он может сделать что-то в его жизни, чтобы показать свою любовь, знаете, что происходит? Бог начинает сотрудничать с вашими словами, чтобы явить себя этому человеку.
Он может сотворить чудо в жизни человека, которому вы рассказывали о Боге. И тогда этот человек может уверовать. Мы не должны переставать верить в чудеса. Мы должны ожидать их. Мы должны понимать, что Бог привлекает сегодня людей к себе так же, как Он делал это в Библии. Никодим увидел чудеса и пришел к Иисусу. Он пришел ночью, потому что не хотел, чтобы кто-то увидел его. Мы прочитаем этот отрывок. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Мы сконцентрируемся на понятии «рожден свыше». Я хочу, чтобы вы сконцентрировались со мной на этом понятии, потому что Иисус использует его несколько раз в Писании. Многие из нас понимают, что сегодня в мире люди представляют различные классы христиан. Они считают, что есть простые христиане в обычных церквях, и есть рожденные свыше христиане. Они считают таких христиан фанатиками. Они считают, что можно быть христианином и не быть рожденным свыше. Многие из наших зрителей выросли в христианской среде. Вам рассказывали Евангелие, говорили, что Иисус умер на кресте за ваши грехи. Вы пригласили его в свою жизнь, любите его, но вы не считаете себя рожденным свыше христианином. Вы считаете, что эти люди невежественные, узколобые, и вы не хотите ассоциироваться с такими людьми. Но я хочу, чтобы вы увидели со мной, что рожденные свыше, как говорит Иисус, это не какой-то тип христиан. Вы либо рождены свыше, и вы христианин, либо вы не христианин вовсе. Нет других типов христиан, кроме рожденных свыше. Возлюбленные, мы не говорим об определенном типе христиан, но о тех, кто буквально родился от Духа Божьего, получив при этом Его природу. И если мы не приняли Его природу, не родились от Духа, то мы просто-напросто не спасены. Я хочу, чтобы вы увидели это. Это слова самого Иисуса. Я называю это наукой духовной реальности. Когда кто-то обретает отношения с Богом, то жизнь Божьего Духа, жизнь, которая обозначает на греческом языке слово «зоэ», это жизнь, когда Бог буквально проникает внутрь человека и дает ему заряд сил. Та сила, что воскресила Иисуса из мертвых, приходит к тому, кто принял Иисуса Христа. Мы становимся духовно чувствительны, если обретаем мир в Духе Святом, и начинаем смотреть на людей вокруг, замечая их язык жестов. Вот тогда мы можем увидеть то, что Дух Святой пытается нам показать. Вернемся к нашей программе. Давайте продолжим. Иисус сказал в 3 стихе, «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если...» Обратите внимание, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Иисус ясно говорит, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Если у кого-то были какие-то предубеждения в отношении рожденных свыше, и вы не хотели быть одним из нас, то задумайтесь над тем, что сказал Иисус. Он говорит, что если вы не родитесь свыше, то не попадете на небо, не увидите Царство Божие. Все потому, что Царство Божие можно пережить лишь духовно. Если мы не родимся от Духа Божьего, не просто будем верить в определенные вещи. Не примем Духа Божьего, то не родимся от Его жизни Зои. В Деяниях 2 главе, когда верующие приняли Духа Святого и родилась Церковь, почему они смогли говорить на незнакомых языках, которых
которых не учили. Они смогли сделать это потому, что жизненная сила, настоящий дух, вошел в них и дал им способность делать то, чему они не учились. Это было правдой. В этом есть суть рождения свыше. Иисус сказал, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Если вы знакомы с этой фразой, то вам может показаться глупостью, что Никодим сказал, «Как человек может родиться снова. Он не может забраться в утробу матери». Но если задуматься и вернуться на 2000 лет назад, оказавшись на месте человека, который не слышал этой фразы и не имеет представления о ее значении, то становится понятно, почему Никодим, когда впервые услышал эту фразу, то сказал, «Как человеку родиться снова? Он не может забраться назад в утробу матери». Опять же, мы понимаем, что означает фраза «родиться свыше». Но Никодим не знал. Он мог лишь представить себе первое рождение и утробу матери. Как ему родиться снова? Он не может вернуться в утробу матери. Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Иисус говорил об этом несколькими стихами ранее. Иисус сказал ранее, «Если кто не родится свыше, не увидит Царство Божие». Теперь Он говорит, «Если кто не родится свыше, тот не войдет в Царство Божие». Видите, насколько важно родиться от Духа? Посмотрим на следующий стих. Иисус говорит, «Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от Духа есть Дух». Не удивляйся тому, что я сказал тебе, «Должно вам родиться свыше». И Иешуа говорит о двух рождениях. Он говорит о рождении от воды и от плоти. Это первое рождение. Мы рождаемся из утробы матери. Воды отходят, и мы рождаемся в этот мир от плоти. Мы рождаемся от своих родителей. Но этого мало. Мы должны родиться свыше, приняв Духа Божьего. Павел говорит в послании к римлянам, «Если Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, не живет в вас, у вас нет жизни вечной». Я хочу сказать всем, мы не следуем религии. Это намного больше религии. Это реальность. Если бы наши глаза видели мир Духа, то мы бы увидели эту реальность. Если бы у нас было устройство, способное увидеть в нас Дух Божий, то мы бы увидели Его в тех, кто знает Его, потому что мы родились свыше. Он пришел к нам и оживил нас. Ну а далее мы посмотрим 8 стих. Это очередное измерение Духа. Иисус говорит, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким рожденным от Духа. Я хочу, чтобы вы услышали это еще один раз. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким рожденным от Духа. Ну а теперь выслушайте меня. Многие из нас слышали проповеди об этом. Я помню, как сам проповедовал и слышал в проповедях следующее. «Как не видим ветер, так не видим и дух», нам говорили. Мы не можем увидеть ветер, но можем увидеть последствия ветра. Мы видим, как двигаются ветки, листочки. Мы не видим духа, но видим последствия работы духа. Но здесь есть нечто большее. Послушайте еще раз. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Вот то, на что я хочу сделать ударение. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Иисус говорит здесь не только о том, что дух и ветер невидимы.
и мы видим лишь последствия, не видя сам ветер. Иисус говорит, так бывает со всяким, рожденным от Духа. Мы не знаем, откуда дует ветер и куда. Иисус говорит, так бывает со всяким, рожденным от Духа. А знаете, что это означает? Мы не водимы на основании одной лишь логики. Нас ведет сверхъестественный Дух. Мы не знаем, куда Он пойдет дальше, что Он будет делать дальше. Мы не видим Духа, но мы полагаемся на Него и идем за Ним. Мы движемся с Духом Святым. Вы должны понять то, о чем говорит Иисус. Послушайте еще раз, я не устану это повторить. Ветер или дух дышит, где хочет. Он движется туда, куда захочет. Мы не можем управлять ветром. Он идет, куда хочет. Мы не знаем, откуда он пришел и куда идет. Он невидим. Мы не управляем им. Мы можем лишь видеть последствия. Иисус говорит, что так бывает со всяким, рожденным от Духа. Мы должны перестать держаться только за то, что мы видим, чтобы нас свел невидимый Дух Божий. В противном случае мы не сможем идти с Духом Святым. Многие из нас живут в ящике и не могут двигаться с Духом Святым. Мы загоняем Бога в рамки. Библия говорит, что если мы не будем водимы Духом, то не будем сыновьями и дочерями Бога. Чтобы быть водимыми Духом, мы должны отказаться от контроля и стать духовно чувствительными, чтобы различать, что делает Дух Святой. И когда мы пытаемся различить Его, мы повинуемся Ему и следуем за Ним, возлюбленные. Хождение с Духом связано с нашей освященной интуицией и совестью. Иными словами, если мы становимся духовно чувствительными, если мы обретаем мир в Духе Святом и начинаем смотреть на людей вокруг, замечая их язык жестов, мы можем увидеть то, что Дух Святой пытается нам показать. Возможно, этот человек страдает внутри, он просто боится. Если мы примем мир и будем просить у Духа Святого развлечения и откровения, то начнем эффективно действовать в жизнях окружающих, проходя жизненные обстоятельства в Духе Святом. Но нам нужно развивать духовный слух. Вот почему Иисус сказал нечто в Откровении 2 и 3 главах, когда давал личные послания семи церквям. Он закончил эти послания так: «Имеющий уши, послушайте меня». «Имеющий уши, да услышит, что Дух говорит церквям». Я хочу задать вам вопрос. Есть ли у нас уши, которые слышат? Дух дует, где хочет и куда хочет. Мы не знаем, откуда Он придет и куда Он уйдет. У нас должны быть уши, духовное, чувствительное сердце, чтобы следовать за ним. Возлюбленные, я увидел, что когда я стараюсь развивать осознание сверхъестественного присутствия Бога вокруг, то Он дает мне слова для людей. Я говорю те слова, которые Он мне дает. Я не говорю, что это всегда слова пророчества. Я не это имею в виду. Я ощущаю, что именно я должен сказать. Я не говорю, что всегда уверен на все 100. Но я осознаю реальность Божьего Духа, работающего в моей жизни. И сейчас я хочу помолиться за вас и за себя тоже, чтобы Бог открыл наши уши, и мы начали слышать то, что не слышали ранее.
различая деятельность Святого Духа в нас и через нас. Возлюбленные, Бог призвал нас к сверхъестественной жизни, поэтому это нормально — жить такой жизнью. Отче, я благословляю всех твоих детей, которые смотрят эту передачу. Отче, я провозглашаю благословение всем, кто слышит меня. Отче, мы благодарим Тебя за Твою любовь, Твою силу. И мы просим, Отче, чтобы Ты открыл наши уши и дал нам чувствительное сердце. Господи, дай нам уши, которые будут ощущать водительство Твоего Духа, и сердце, которое будет ощущать свидетельство Духа. Отче, мы хотим быть похожи на тех, о ком говорил Иисус, на людей, которые водимы Духом и которые осознают дуновение ветра. Отче, мы любим Тебя. Ты призвал нас к сверхъестественной жизни, которая не от мира этого. Мы хотим ходить в ней. Отче, благослови нас своей силой и дай нам больше находиться в Твоих дворах. Мы просим всего этого во имя Иисуса, возлюбленные. Давайте повиноваться. Если у вас есть свидетельство о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Я постоянно получаю благословения от ваших учений, ощущаю Господа во время благословения Аарона. На одном из ваших выпусков о молитвах Давида из 24-го псалма мне открылось, что вся жизнь Иисуса была сверхъестественной. Дорогой раввин, каждый выпуск вашей передачи придает мне огромных сил. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Ведь поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в Его построении Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость. I'm gonna live my life. I'm gonna live my life for Yeshua. I'm gonna live my life. I'm gonna live my life for Yeshua. Yes, dear. Господь дал Моисею конкретные указания относительно того, как благословлять детей Израиля в книге Числа, 6 главе, с 22 стиха. «Да презрит на тебя Яхве светлым лицом своим и помилует тебя, и даст тебе мир». Ya'er Yahweh p'nav elecha v'chunecha. Yisa Yahweh p'nav elecha ve'asem lecha. Шалом. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица Своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо Свое и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца, Он любит вас.
Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать: «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что Ты умер на кресте за меня, поэтому я прошу Тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда». Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Если вы родились свыше, то ваша жизнь меняется. Ведь все живое находится в процессе перемен. Присоединяйтесь ко мне на следующей неделе, когда я буду говорить об Иисусе, который меняет, и что это означает для нас с вами. Я надеюсь, вы также рады этой серии учений, как и я. Я чувствую, как сказал псалмист, но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Другими словами, он говорит, что пока я не уверую, что могу пережить Бога на земле, я не стал бы жить, я бы не имел надежды. И в моей жизни также. Я ощущаю то же самое. Вот почему я хочу жить дальше, чтобы пережить встречу с Богом. Надеюсь, что эта серия учений принесла вам помощь. Хочу, чтобы вы знали, мне нужна ваша помощь. Я не только нуждаюсь в вашей помощи, Бог устроил так свое царство, что Евангелие будет распространяться его народом. Эти принципы начинаются со скинии, когда Бог повелел Моисею собрать приношение на строительство храма. То же самое касается наших дней. Павел сказал, разве не должны мы, проповедующие Евангелие, собирать средства с тех, кто получает обетование? Я хочу попросить вас, возлюбленные, если вы верите, что Бог действует через это служение, если вы верите, что учение настоящее, если я помогаю вам, то вы помогаете нам достичь мира для Иисуса. Хочу, чтобы вы знали, что за каждую душу, которая прикоснулась наше служение, вы получите награду на небесах. Надеюсь, вас благословила сегодняшняя программа, а сейчас хочу дать вам еще одну большую возможность — возможность давать. Иисус сказал, блаженнее давать, чем принимать. Давая, мы отражаем природу Христа, потому что Бог по своей природе даятель. Он так сильно полюбил нас, что отдал своего единственного Сына. Если вы верите в меня и в эту программу, то откройте свое сердце Духу Святому и дайте столько, сколько Он побуждает вас дать. Я вам обещаю, делая это, вы будете преображаться в образ Христа и будете благословлены за свое послушание Богу. Спасибо вам за вашу финансовую поддержку. Благодаря ей эта программа до сих пор выходит в эфир. Будьте обильно благословлены. Шалом, друзья! Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните по номеру 777-7835 или отправьте СМС со словом «Равин» на номер 4537. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Телепередача Равина Курта Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса».